Вертинского было много интересных периодов в жизни. Это вот песни из раннего Александра Николаевича. У него все такое мистичное, потому что, вы представляете, стреляет Аврора, бегут мужики, прекрасный Эрмитаж тонет в каком-то ужасе революции, а в этот момент в Москве, в центре, происходит бенефис Александра Николаевича Вертинского. Именно в этот момент. Пей, моя девочка, пей, моя милая, это плохое вино. Оба мы нищие, оба унылые, счастье нам не дано. Нас обманули, нас ложью опутали, нас заставляли любить. Хитрый, тонко, так тонко запутали, даже не дали забыть. Пей, моя девочка, пей, моя милая, это плохое вино. Оба мы нищие, оба унылые, счастье нам не дано. Выпили нас, как бокалы хрустальные, светлым душистым вином. Вот от чего мои песни печальны, вот от чего мы вдвоем. Пей, моя девочка, пей, моя милая, это плохое вино. Оба мы нищие, оба унылые, счастье нам не дано. Наши сердца, как перчатки, изношены, нам нужно много молчать. Чьей-то жестокой рукою мы брошены в эту плохую кровать. Пей, моя девочка, пей, моя милая, это плохое вино. Оба мы нищие, оба унылые, счастье нам не дано. Вот, я вроде не пью, а вот песню пою. И я просто удивлен, что я ее пою, она так редко.